получи вторую специальность на цифровой кафедре Сеченовского университета. Объем мирового рынка аналитики данных растет почти на 20% в год. Объединение медицины и Data Science открывает новые горизонты деятельности для молодых специалистов. Умение собирать и анализировать большие базы медицинских данных поможет улучшить работу любого медицинского учреждения. С нами ты научишься создавать базы данных, анализировать банки медицинских данных для выявления значимых закономерностей, создавать инструменты визуализации медицинских данных и применять методы машинного обучения для их анализа, разрабатывать клиент-серверные системы для хранения и обработки массивов медицинских данных. Цифровая кафедра Сеченовского университета. Твой проводник в будущее.